труда, члены партии «Единая Россия». Представляется председателю Федерации профсоюзов Удмуртской Республики Сергею Викторовичу Шерстовику. Уважаемые ижевчане, гости из столицы, уважаемые ветераны, сегодня, 1 мая, мы отмечаем государственный праздник весны и труда и день международной солидарности трудящихся в борьбе за свои законные права. Более 2,5 миллионов человек по всей стране выйдут на 1 мая, поддерживая требования профсоюзов. Мы отмечаем, что несмотря на стабилизацию положения в отдельных отраслях экономики и замедление общей инфляции, уровень жизни большинства россиян продолжает снижаться. Заработная плата наемных работников не обеспечивает достойной жизни самих работников и их семей. Почти 5 миллионов человек получают заработную плату ниже величины прожиточного минимума. На этом фоне сложное для понимания выглядит политика финансово-экономического блока правительства Российской Федерации, направленная на занижение цены труда, девальвацию социальных гарантий, повышение налогов и других обязательных платежей для населения. Разрыв в заработной плате топ-менеджеров и рядовых работников не поддается нормальной логике. В 2016 году на 200 тысяч увеличилось в России количество лиц, живущих за чертой бедности. В то же время количество долларов миллионеров в стране увеличилось на 10%. Социальные гарантии для населения снижаются. Медицина, образование все в большей степени становятся платными. Детский отдых в оздоровительных лагерях для многих семей уже недоступен. Большое количество населения живет в долг, отдавая банкам за обслуживание кредитов значительную часть своей небольшой зарплаты. А банки во время этого кризиса наращивают свою прибыль. В ряде организаций республики имеется задержка выплаты заработной платы. Надо отметить, что такая ситуация сложилась в организациях, где нет профсоюза, и права работников никто не защищает. Не прекращаются попытки перекроить трудовое законодательство в ущерб интересам наемных работников. В стране растет количество трудовых конфликтов. В результате активной позиции профсоюзов правительство Российской Федерации в прошлом году пошло на увеличение минимального размера оплаты труда в стране на 21%. До 7500 рублей. А с 1 июля этого года МРОТ будет равен 7800 рублей. Мы выражаем надежду, что республиканские власти, как это было и ранее, установят размер минимальной заработной платы в Удмуртии выше, чем по России. Тем самым будет сделан очередной шаг для приближения ее величины прожиточного минимума трудоспособного населения Удмуртской республики. Уровень жизни в различных регионах страны значительно отличается. Талантливая молодежь уезжает из республики в поисках лучшей жизни. Мы считаем, что до тех пор, пока в регионах не будет преодолен перекос финансирования, эту тенденцию не переловить. В 2017 году первомайская акция профсоюзов проходит под общим девизом «За достойную работу, заработную плату, жизнь». Год столетия Великой Октябрьской революции эти требования по-прежнему актуальны. Ведь сегодня трудно не заметить параллели с тревожными событиями того времени. Давая негативную оценку состоянию социально-экономического отношения к России, заявляем, что мы не хотим революции. Профсоюзы заинтересованы в укреплении отечественной промышленности и улучшении жизни сограждан. Важнейшим условием для этого должен стать экономический рост, основой которой является платежеспособность населения. Именно на этой базе сформированы наши требования к власти и работодателям. У нас в республике живут замечательные люди, самое большое богатство нашей родины.
Несмотря на все сложности, наши земляки своим трудом внесли большой вклад в развитие Удмуртии и России. Наша сила в единстве. С праздником, дорогие товарищи! Первомайскую демонстрацию открывает трудовой коллектив трижды орденоносного Ижевского мотозавода «Аксион Холдинг». Генеральный директор Геннадий Иванович Кудрявцев, председатель профсоюзной организации Владимир Олегович Зимцов. «Аксион» поздравляет всех горожан с праздником весны и труда. Во главе колонны «Аксиона» руководство и ветераны предприятия. 2017 год. В России год природы и экологии. А в времени колонны предприятия отражает план «Аксиона» в поддержании достойного облика Ижевска. У каждой страны есть свой символ среди деревьев. В них отражена душа народа, его история, традиции. Россию называют краем белоствольных берез и бескрайних полей. В стихотворениях русских поэтов береза стала символом Родины. Тему «Береза – символ России» раскрывает Государственный орден дружбы народов академический ансамбль «Песни и танцы Удмуртской республики» и «Талмак» и воспитанники подшефного «Аксиону» Машкинского детского дома. В космос полетел Юрий Гагарин.
изготовленные на предприятии электродувигующей станции «Электрон», обеспечили расчет параметров траектории полета. Аксиону ура! Зрителей приветствуют работники предприятия, участники космических программ. Сегодня на Аксионе производится аппаратура связи и телеметрических измерений для обеспечения полета космических аппаратов. Наконец, в центре города Аксион выносит весомый флаг под устройство женского. И весь предприятие, украшая завод, украшаем город. Последние годы на территории завода был открыт памятник Юрию Гагарину. Установлена стелла «Аксион» и скульптурная композиция «Встречи под часами». Реконструирован новый производственно-административный корпус. Сотрудники, работающие в корпусе, приветствуют участников первомая. На «Аксионе» с большим уважением относятся к заводским династиям, поддерживают семейные пары, сохраняют преемственность поколений. Зрители приветствуют семейные пары предприятия, представители заводских династий. Коллектив «Аксиона» бережно относится к природе, осуществляет экологически чистую производственную деятельность. «Аксион» сегодня современное стратегическое приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса страны. «Аксион» постоянно увеличивает объемы и модернизирует производство, создает новые рабочие места, привлекает коллектив предприятия вносит весомый вклад в развитие страны. Добросовестно работает на благо Отечества. Армадай – это символ долгожданной весны. Это время первых теплых дней, позитивного, радостного настроения. Аксион желает вам бодрости, энергии и солнечной улыбки. Заказы. Менялась выпускаемая продукция,
сменяли друг друга фамилии рабочих, мастеров, инженеров, руководителей. Менялось название предприятия. И только доверие со стороны государства оставалось неизменным. Все, кто работает сегодня в концерне «Калашников», являются достойными продолжателями лучших заводских трудовых традиций. Национальная гордость, рабочая честь – основные принципы. Поздравляем коллектив предприятия с 1 мая! Ура! Будьте и впредь верны принципам, которые не раз давали вашему коллективу возможность доказать исключительное положение среди других предприятий нашей Родины. Желаем дальнейшей успешной работы и новых свершений. Оставайтесь такой же надежной и сильной командой, смело отвечающей на все вызовы времени. Будьте всегда впереди! Концерну «Калашников» ура! Приветствуем колонну акционерного общества «Ижевский механический завод». Ура! «Ижевский механический завод» — это крупнейшее многопрофильное предприятие России с современными технологиями машиностроения, металлургии, приборостроения, микроэлектроники. Завод выпускает гражданское и служебное оружие, нефтегазовое и упаковочное оборудование, медицинскую технику, точное стальное литье. В этом году Ижевскому механическому заводу исполняется 75 лет! Ура! Колонну предприятия возглавляют заместитель управляющего директора по техническому развитию Юрий Бушнев и председатель профсоюзной организации Евгений Козлов. Созданный в годы Великой Отечественной войны Ижевский механический завод верно и честно служит России. Заводу-орденоносцу ура! Ура! Торговая марка «Байкал» известна в 73 странах мира, на 5 континентах планеты. Главное богатство и гордость завода – высокопрофессиональный производственный коллектив. Ура, заводчанам! Ура! Первомайский привет коллективу Ижевского механического завода! Ура! Ура! Низкий поклон и праздничные поздравления ветеранам механического завода! Ура! Поздравляю молодежь механического завода с Днем солидарности трудящихся! Ура! Используя высокий потенциал оборонного предприятия, завод обладает уникальным опытом освоения передовых технологий приборостроения и микроэлектроники с полным производственным циклом. Создаваемые природой приборы конкурентно способны как на российском, так и на зарубежном рынке. Поздравляем работников производства спецтехники и товаров народного потребления механического завода с праздником весны и труда! Ура! Предприятие не имеет себе равных по объему производства, по разнообразию производимых моделей спортивно-охотничьего, пневматического и служебного оружия, завоевавшего всемирную известность. Слава мастерам оружейного производства механического завода! Механическому заводу ура! Ура!
используя высокий потенциал оборонного предприятия, завод обладает уникальным опытом освоения передовых технологий микроэлектроники с полным производственным циклом. Поздравляем работников производства спецтехники механического завода. С праздником весны и труда! Ура! Высокотехнологичный производственный комплекс полностью обеспечивает собственное товарное производство, а также занимает заказы для размещения практически любые технологические цепочки современного машиностроения. Поздравляем работников заготовительного металлургического производства с праздником 1 мая! Ура! Предприятие работает на будущее. Ставка делается на привлечение инвестиций, вложение средств, прогрессивные инновационные процессы. И инженерно-техническому персоналу механического завода ура! Оборонно-промышленный комплекс «Сильная Россия». С праздником 1 мая! Ура! Продолжает праздничное первомайское шествие коллектив районной теплоснабжающей компании. Ура! Возглавляет колонну главный инженер предприятия Егор Митрошин и председатель профсоюзной организации Светлана Шулаева. Сплоченный многолетними традициями трудовой коллектив районной теплоснабжающей компании более 40 лет обеспечивает теплом более 50 тысяч жителей Ленинского района города Ижевска. Дошкольные учреждения, школы, больницы и предприятия. Ваш благородный труд – это комфорт, уют, погода в доме. Поздравляем работников районной теплоснабжающей компании с 1 мая! Ура! На площади Лада Ижевский автомобильный завод. Ура! На площадь въезжают новые современные ижевские автомобили, созданные «Лада Веста» и народные автомобили «Лифтбеки» «Лада Гранта». Для производства этих автомобилей на Ижевском автомобильном заводе произведена крупнейшая модернизация производственного комплекса. Сегодня «Лада Веста» и «Лада Гранта» – самые востребованные автомобили на российском рынке. Ижевскому автозаводу ура! Колонну автозавода возглавляет генеральный директор Михаил Рябов и председатель союзной организации Сергей Боеглазов. В колонне шествуют ветераны Ижевского автомобильного завода. Ветеранов автозавода! Ура! Благодаря их самоотверженному труду, сохранению и приумножению трудовых традиций, на предприятии выпускаются лучшие российские автомобили. Во второй половине 2017 года на автозаводе начнется производство двух новых автомобилей. Универсал «Лада Веста СВ» и его кроссовочной кроссовой версии «Лада Веста СВ Кросс». Сегодня «Лада» и «Ижевский автомобильный завод» — это около 5 миллионов выпущенных автомобилей. Производство современных автомобилей, уровень качества мировых, автопроизводители, сохранение лучших традиций, забота о персонале, работника «Ижевского автомобильного завода» — ура! Праздником 1 мая!
Центральной площади коллектив Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательского технологического института «Прогресс». Ура! Генерального директора Михаил Стыценко и председатель профсоюзной организации Алексей Бажин. В 1959 году институт был создан как научно-технологический центр для работы на оборонную промышленность страны. За прошедшие годы «Прогресс» прошел достойный путь в области производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Летит «Прогресс» по праву является ведущим научно-технологическим институтом отрасли. Сварочные оборудования и технологии ИТИ «Прогресс» востребованы оборонно-промышленным комплексом России. Институт участвует в программах технического перевооружения крупнейших предприятий оборонной, атомной, нефтяной и других отраслей промышленности нашей страны. В области гражданской продукции предприятие производит стальные панельные радиаторы отопления, являясь крупнейшим производителем в России и странах СНГ. Данная продукция является примером успешного импортозамещения, ни по одному из параметров не уступая лучшим зарубежным аналогам. Поздравляем работников славного НИТИ «Прогресс» 1 мая! НИТИ «Прогресс»! Ура! Неспешно на площадь выступают люди огненной профессии. Металлурги Ишстали. Ишстали, ура! Ишсталь — предприятие Удмуртской республики, положившее начало городу Ижевску. В этом году предприятие отмечает свой 257-летний год рождения. Сегодня под руководством управляющего директора Сергея Козёнова ижевские металлурги трудятся на новом сталеплавильном комплексе и обновленных прокатных мощностях, введенных в строй в результате масштабной программы технического перевооружения. На Ишстали создана единая технологическая цепочка от переработки металлического лома до выпуска специальных ларек стали и высококачественного проката. Качество продукции предприятия соответствует мировым стандартам. Да здравствуют работники открытого акционерного общества Ишсталь! Ишстали, ура! Ишсталь занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Коллектив Ишстали – это сплав профессионализма, опыта и творческого подхода к делу. Люди предприятия являются его главным богатством и достоянием. Выражаем глубокую признательность и благодарность каждому, кто своим трудом создавал и продолжает укреплять славу предприятия, кто во все времена оставался верен заводу и выбранной профессии. Горно-металлургическому профсоюзу России слава! Профсоюзная организация в главе с Алексеем Черновым и администрация предприятия делает все возможное для сохранения и приумножения славных традиций завода. Работники завода активно принимают участие во всех мероприятиях Ленинского, Октябрьского районов города Ижевска, достойно представляют свой коллектив на республиканском уровне. В рядах заводчан активисты, отмеченные различными наградами города и республики. Гордость России, люди труда, Ишстали, ура! В протяжении многих десятилетий Ижевский металлургический завод по праву считался важнейшим индустриальным комплексом оборонной металлургии России. Однако Ишстали как гарантия качества, прочности и надежности широко известна в России, странах СНГ и за его пределами.
за последние десятилетия Иштар 4 раза становилась лауреатом премии главы Удмуртской республики в области качества. Также предприятие было дважды удостоено благодарности президента Российской Федерации. И Ижевским сталеваром и прокатчиком. Ура! В едином строю шагают ветераны и молодое поколение Иштали. Рядом учащиеся подшепник школ Октябрьского района Ижевска. Студенты Ижевского промышленно-экономического колледжа. Надежная смена подрастающих работников. Социальное партнерство – залог успешной работы предприятия. Иштали, ура! Слава и почет работникам металлургической отрасли! Ура! Составы коллегиума акционерного общества «Иштали» – работники самостоятельных предприятий «Группы Мечел». «Иштали»! Их коллективы вносят достойный вклад в обеспечение непрерывного производственного процесса по производству металла, активно участвуют в спортивной и культурной жизни Иштали. Иштали! Ура! Приветствуем коллектив Ижевского электрометаллического завода «Купол». Ура! Лауреатом возглавляет генеральный директор предприятия Фанил Зиединов, лауреат премии «Человек года» 2016 года и председатель профсоюзной организации Вячеслав Нельзин. Ижевский электромеханический завод «Купол» долгие годы обеспечивает национальные интересы своей страны. В этом году предприятие отмечает свой 60-летний юбилей. Круглый дат. Завод подошел, успешно выполнив крупнейший гособоронзаказ по обеспечению войск новейшими зенитно-ракетными комплексами. Куполу 60! Ура! Работники Купола – специалисты высокого уровня. Благодаря этим людям завод вносит существенный вклад в развитие перспективных образцов вооружение для российской армии и армии стран-союзников. Купол сегодня не просто завод. Это эффективное, высокотехнологичное, отвечающее современным требованиям научно-производственная структура. Завод наращивает объемы производства и осваивает перспективные, наукоемкие изделия. Да здравствует Купол! Ура! На заводе «Купол» работает около 9000 человек. Стабильность, достойная зарплата, социальная поддержка способствует привлечению ценных кадров. Кадры – главная ценность предприятия. Ура! Завод воспитывает достойную смену, приобщая молодых работников к традициям и культуре производства. Приветствую молодежь! Будущее Ижевского электромеханического завода «Купол», его движущую силу и надежду, энергию и талант, носители новых идей. «Купол» – мирное небо над надежной защитой. «Куполу» – ура! Ура!
в ходу. Радиозаводу «Ура!» Колонну возглавляют генеральный директор Дмитрий Бекель и председатель профсоюзной организации Сергей Батырев. Да здравствует Ижевский радиозавод! Радиозаводу «Ура!» Радиозавод – один из передовых приборостроительных холдингов России. Предприятие производит бортовые и наземные радиотехнические комплексы, телекоммуникационные системы, системы связи и автоматики на железной дороге, оборудование для комплекса энергетического сектора. Аппаратура Ижевского радиозавода безупречно работает в открытом космосе. Опыт выполнения важнейших оборонных заказов, освоение самых передовых наукоемких технологий, сплоченность, высоко квалифицированный коллектив, специальное партнерство администрации экологии в России. Сегодня экологи работают практически во всех отраслях производства. Особое внимание вопросам экологии уделяется и в компании «Белкомнефть». На протяжении 20 лет компания инвестирует на эти цели более 500 миллионов рублей ежегодно. Да здравствуют нефтяники Удмуртии! Ура! Поздравляем с праздником весны и труда акционерное общество «Транснефть» в Британии. Ура! Во главе колонны начальник Удмуртского районного нефтепроводного управления Руслан Кашапов и председатель профсоюзной организации Антон Филиппов. Удмуртское районное нефтепроводное управление обеспечивает транспортировку нефти
территории Пермского края, Кировской области, Республики Татарстан и Удмуртии. Главными приоритетами технической политики компании «Транснефть Прикамье» являются надежность и безаварийность работы оборудования трубопроводного транспорта нефти, экологическая безопасность в районах производственной деятельности. Приветствуем местное отделение Устиновского района города Ижевска партии «Единая Россия». Ура! Колонну возглавляет секретарь местного отделения Александр Прозоров. Устиновский район – самый молодой район города, образованный в 1987 году. На территории района расположен самый крупный в городе промышленный узел. Устиновские партийцы принимают активное участие в реализации партийных проектов и мероприятий, направленных на улучшение качества жизни в районе. Приветствуем местное отделение Ленинского района города Ижевска партии «Единая Россия». Ура! Колонну возглавляет секретарь местного отделения Юрий Тюрин. На протяжении многих лет ведется активная общественная и социально значимая деятельность. Вместе за новое качество жизни. И членов профсоюза предприятий и организаций жизнеобеспечения. Ура! Приветствуем сотрудников Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики. Ура! Приветствуем коллектив Государственной жилищной инспекции Удмуртской Республики. Ура! Председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Лариса Наговицына. Первомайское приветствие славному коллективу Ижевского городского электрического транспорта. Ура! Праздничную колонну возглавляет генеральный директор Андрей Батов и заместитель председателя профсоюзной организации Лилия Башарова. Муниципальное предприятие ИЖГЭК более 80 лет обеспечивает бесперебойную перевозку пассажиров самым экологичным транспортом города Ижевска. Ежедневно трамваями и троллейбусами перевозится 250 тысяч пассажиров. В ИЖГЭК трудится надежный, профессиональный коллектив. Силами специалистов работ, разработанные и запущенные производство трамвайные вагоны Т3 КИШ, сделано в Ижевске, сделано в ИЖГЭ. Слава трудовому коллективу! Ура! Сильная профсоюзная организация ИЖГЭ на протяжении многих лет гарантирует достойное социальное партнерство. Слава ветеранам труда ИЖГЭ! Ура! Слава поколению будущему! ИЖГЭ, ура! Приветствуем колонну предприятия «ИЖВОДОКАНАЛ». Ура! Колонну возглавляет директор предприятия Владислав Катаев и председатель профсоюзной организации Ксения Кинь. ИЖВОДОКАНАЛ обеспечивает качественное и надежное водоснабжение города Ижевска, а также его санитарное и экологическое благополучие. Сегодня на ИЖВОДОКАНАЛе трудятся 1500 высококвалифицированных специалистов, чей ежедневный труд создает комфортные условия жизни ижевчан.
снабжая чистой питьевой водой каждый дом и каждую семью. Слава ветеранам труда предприятия! Ура! Шествие продолжает колонна акционерного общества «Ижевские электрические сети». Колонну возглавляет генеральный директор Сергей Клементьев и председатель профсоюзной организации «Ирод Салатов». Компания работает 565 сотрудников, и обслуживает около 3500 километров линий электропередач, более 900 трансформаторных подстанций. Самый главный капитал предприятия – люди, персонал компании, ее ветераны. Первомайский привет работникам предприятия «Ижевские электрические сети». Ура! Ветераны работников территориального производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской республики. Ура! Ура! Колонну возглавляет генеральный директор Александр Воробьев и председатель профсоюзной организации Валентина Солодкая. Предприятие является ведущим в системе ЖКХ республики. На площади работники закрытого акционерного общества «Удмуртлифт». Ура! Возглавляет колонну главный инженер Алексей Тютюков и председатель профсоюзной организации Любовь Садникова. Приветствуем трудовой коллектив дорожно-ремонтно-эксплуатационного управления под руководством директора Андрея Трубицына. Ура! Дорожно-ремонтно-эксплуатационное управление – предприятие в структуре управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска. Введение предприятия содержания городских дорог и обеспечение бесперебойного движения электро- и автотранспорта на улицах города. С днем солидарности трудящихся! Ура! Поздравляем с первомаем коллектив ижевского предприятия «Спутник» имени Исаенко! Ура! Директор предприятия Иван Трофимов возглавляет колонну председатель профсоюзной организации Светлана Сутягина. Ижевское предприятие «Спутник», где сегодня трудится более 60% инвалидов, основано в 1948 году. «Спутник» располагает своим производством по переработке изделий из бумаги, осуществляет прием макулатуры. С праздником весны и труда! Ура, товарищи! Приветствуем энергетиков Удмуртии! Ура! На площади колонны представителей крупнейших энергетических компаний региона, филиала «Удмуртэнерго» публичного акционерного общества МРСК «Центра» и «Приволжья» и удмуртского филиала публичного акционерного общества «Т-Плюс». Ура! Колонну возглавляет директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев. Находится свыше 26 тысяч километров линий электропередач и свыше 6 тысяч подстанций. Вводятся новые мощности, реконструируются тысячи километров линий электропередач. Ежедневно, в любую погоду, зимой и летом, днем и ночью, в будни и в праздники более 2000 сотрудников предприятия трудятся, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение жителей городов. Энергетика в Удмуртии! Ура! Ура! На центральную площадь Ижевска выходит колонна работников автотранспортных предприятий и дорожных строителей Удмуртской республики. Ура! Здравствуйте, колонна транспортников и дорожных работников республики возглавляет исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев и председатель Республиканской организации профсоюзов работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Кузнецов. Поприветствуем сотрудников Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской республики. Приветствуем работников предприятий «Удмуртавтотранс» и «ПАПАК» Ижевское дорожное предприятие «Автодорстройпроект» автовокзала Удмуртии. Ура! Привет дорожным строителям Удмуртской республики! Ура!
открытое акционерное общество «ИПАПАК» под руководством генерального директора Дмитрия Егоша и в числе лучших предприятий в Российской Федерации. Каждый работник «ИПАПАК» – член профсоюза. Работникам компании «ИПАПАК» – ура! С первомайским праздником вас! Славные представители автотранспортной и дорожной отрасли Удмуртии! Ура! Ура! Возглавляет колонну заместитель начальника Горьковской железной дороги, почетный железнодорожник Александр Лапшин, председатель профсоюзной организации Лилия Ахмедзахирова и председатель Совета ветеранов ижевских железнодорожников Михаил Русских, участник строительства БАМа. В состав Ижевского региона Горьковской магистрали входит более 60 станций, расположенных на территории Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. В этом году железные дороги России отмечают свое 180-летие. Горьковской магистрали 155 лет, а Ижевскому региону 70. Ура! Железнодорожникам Удмуртии ура! Приветствуем авиаторов Удмуртии! Ура! В колонне акционерного общества «Ижавия» генеральный директор Александр Городинов, председатели правкомов авиапредприятия, почетные ветераны труда, гордость предприятия, пилоты и бортпроводники, надежный тыл предприятия, наземные службы. Ура! «Ижавия» в прошлом Ижевский объединенный авиаотряд, созданный в 1944 году, это старейшее предприятие отрасли в России. «Ижавия» – государственный авиаперевозчик в Приволжском федеральном округе. Сегодня «Ижавия» – это 790 сотрудников, летная служба, специалисты авиационно-технической базы и аэропортового комплекса. Поздравляем с первомаем сотрудников авиационно-технической базы, службы авиационной безопасности, службы организации и продажи авиационных перевозок, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, службы спецтранспорта, аэродромной службы, службы техно- и санитарно-технического обеспечения, службы электросветотехнического обеспечения полетов, службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи, службы общественного питания, авиаторы Удмуртии. Ура! На площади следует коллектив удмуртского филиала Почты России. Ура! Праздничную колонну возглавляет директор удмуртского филиала Почты России Андрей Сивцов и председатель Республиканской организации профсоюза работников связи Галина Сержани, руководители подразделений, председатели профсоюзных организаций. В состав удмуртского филиала Почты России входит 12 почтамтов, автобаза, участок курьерской доставки и магистральный сортировочный центр, 492 отделения почтовой связи, в том числе функционируют два передвижных отделения почтовой связи. Ежегодно почтовики Удмуртии доставляют более 33 миллионов писем и порядка 800 тысяч посылок, обслуживают более 200 тысяч.
тысяч подписчиков, которым доставляют 16,5 миллионов экземпляров печатных изданий в год. Через почтовые отделения Удмуртии за год проходит свыше 12 миллионов транзакций. Это пенсии, платежи и переводы. Каждый работник почтовой связи умело сочетает лучшие традиции своей профессии и новейшие технические достижения. Да здравствует коллектив Удмуртского филиала Почты России! Высокопрофессиональная и работоспособная команда специалистов. Почты России! Ура! Приветствуем работников финансовой группы ВТБ! Ура! Колонку возглавляет руководитель филиала банка ВТБ по Удмуртской республике Николай Ермаков и управляющий филиалом банка ВТБ-24 по Удмуртской республике Екатерина Шумков. Поздравляем с первомаем трудовые коллективы банка ВТБ, банка ВТБ-24, ВТБ-страхование, ВТБ-лизинг, система лизинг-24, ВТБ-фактори, почта банка. Ура! Да здравствует Первомай! Ура! Праздником трудящихся! Ура! Акционерного общества Ростелеком. Ура! Праздничную колонну возглавляют директор филиала Андрей Шперлик и председатель профсоюзной организации работников электросвязи Удмуртской республики Мария Ващенко. Филиал Удмуртской республики компании Ростелеком является крупнейшим комплексным оператором связи Удмуртии. Компания предоставляет населению республики весь спектр современных телекоммуникационных услуг, включая местную и мобильную связь, проводное и эфирное вещание, интерактивное телевидение и услуги доступа в интернет. Ростелеком обеспечивает связью все населенные пункты на территории республики. В этом году предприятию связи республики исполняется 80 лет. Ура! Ростелеком реализован масштабный проект по обеспечению системами видеонаблюдения образовательных учреждений республики, а это более 1000 объектов. С днем солидарности трудящихся! Ростелекому ура! Промышленности. Ура! Во главе колонны сотрудники Министерства промышленности и торговли Удмуртской республики под руководством Виктора Лошкарева. Ура! Министерство промышленности и торговли Удмуртии. Ура! Поздравляем с праздником весны и труда коллектив открытого акционерного общества Ижевский завод нефтяного машиностроения! Ура! Колонну Ижнефтемаша возглавляет исполнительный директор предприятия Сергей Березин и председатель профсоюзной организации Александр Коломенников. Предприятие входит в группу компаний «Ремера» и является одним из лидеров своей отрасли в России. Потребителями нефтепромыслового оборудования, которое выпускает завод, является более 100 российских и зарубежных нефтяных компаний. Поздравляем коллектив предприятия с 1 мая! Ижнефтемашу ура! Приветствуем на центральной площади столицы Удмуртии представителей трудового коллектива акционерного общества «Ижмедмаш». Ура! На главе колонны директор по производству Андрей Чуков и председатель профсоюзной организации Тимофей Мазьяров.
работников и Железмаша с Днем солидарности трудящихся! Ура! Приветствую народных представителей трудового коллектива группы предприятий «Редуктор» УЛА. Во главе колонны заместитель генерального директора по производству акционерного общества «Редуктор», председатель профсоюзной организации Владимир Овчинников. Слава труженикам отечественного машиностроения! Ура! Праздничный первомайский привет строителям Удмуртии! Ура! Колонну работников отрасли возглавляет исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Удмуртской республики Иван Новиков. Демонстрация принимает участие представители аппарата Министерства строительства и архитектуры Удмуртской республики, ветераны, рабочие и инженерно-технические работники, представители трудовых коллективов и профсоюзных организаций строительной отрасли. Честь и слава строителям Удмуртии! Ура! На центральной площади Ижевска работники акционерного общества «Сакто». Ура! Праздничную колонну возглавляет генеральный директор предприятия Зоя Степнова. «Сакто» – одно из лучших предприятий легкой промышленности Российской Федерации. Победитель республиканского конкурса «Бренд Удмуртии 2016». Сектор дипломант, финалист всероссийской программы конкурса «100 лучших товаров России». Праздником весны и труда, славные труженицы легкой промышленности. Сактону ура! Приветствуем работников компании «Удмуртнефть». Ура! «Удмуртнефть» – лидер топливно-энергетического комплекса республики. В этом году крупнейшее нефтедобывающее предприятие Удмуртии отмечает 50 лет с момента своего основания. «Удмуртнефти! Ура!» На полновековой истории производственной деятельности из нефти в Удмуртии было добыто 290 миллионов тонн нефти. Сегодня предприятие ведет разработку месторождений на территории 14 районов республики, обеспечивая стабильной работой более 7500 человек. Слава удмуртским нефтяникам! Удмуртнефти! Ура! Приветствуем колонну агропромышленного комплекса республики! Ура! Труженики отрасли своим упорным трудом вывели АПК Удмуртии на передовые позиции в России. Благодаря им население Удмуртии обеспечено продукцией и продовольствием на 100%, а молочной продукции на 140%. Колонну тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности возглавляет исполняющий обязанности заместитель председателя правительства Удмуртской республики Сергей Токарев и председатель республиканской организации профсоюзов Иван Пропотин. Продолжает шествие представителей государственной ветеринарной службы Удмуртской республики во главе с руководителем Николаем Котельниковым. Основной задачей государственной ветеринарной службы является сохранение ветеринарного и санитарного благополучия республики. С праздником весны и труда! Ура, товарищи! В колонне АПК идет группа компании «Комас Групп». Ура! «Комас Групп» – один из ведущих участников российской индустрии производства продуктов питания. Продукция агрохолдинга представлена в 66 регионах нашей страны. Девиз компании – порядок, развитие, труд. Приветствуем трудовой коллектив компании «Вкусный дом». С праздником весны и труда. Ура!
Шествие продолжают работники общества ограниченной ответственностью «Восточный». Ура! Местная компания полного цикла входит в десятку лидеров среди свинокомплексов России. Ура «Восточному»! Продолжают шествие работники птицефабрики «Вараксино» и производственной площадки «Ижмолоко» открытого акционерного общества «Милхоп», которые являются лидерами в России по производству продуктов питания. Ура «Агрохолдингу»! Площади представителей кузницы кадров для агропромышленной отрасли, профессорско-преподавательский состав и студенты Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Ура! Сельскохозяйственная академия — опора и надежда АПК Республики. Будущее села в надежных руках. Агропромышленному комплексу Удмуртии ура! Продолжают первомайские шествия представители трудовых коллективов потребительской кооперации Удмуртской Республики. Ура! Праздничную колонну возглавляет председатель Совета Удмурт-Потребсоюза Рауф Каримов. Потребительская кооперация играет существенную роль в жизнеобеспечении сельского населения, устойчивом развитии сельских территорий, повышении занятости и уровня жизни сельского населения. Потреб кооперации вносит значительный вклад в продовольственное обеспечение Удмуртии. Кооперативные предприятия вырабатывают пищевой продукции на 2 миллиарда рублей в год. Совокупный объем деятельности составляет 11 миллиардов рублей. Потребительская кооперация является крупным налогоплательщиком. В системе потребительской кооперации республики работает более 7 тысяч человек. И автономного учреждения «Удмуртлес». Поздравляем тружеников лесных отраслей Удмуртии с 1 мая! Ура! Поздравляем с праздником весны труда местное отделение Октябрьского района города Ижевска партии «Единая Россия». Ура! Колонну возглавляет секретарь местного отделения Валерий Мартынов. Октябрьское местное отделение партии «Единая Россия» насчитывает более 1200 человек. Большинство членов партии проживают и работают в Октябрьском районе Ижевска на протяжении многих лет. Активная общественная работа жителей района помогает в реализации партийных проектов, таких как «Юность», «Школа юная парламентария». Октябрьский район живет в моем сердце. По таким лозунгам Октябрьское местное отделение реализует социальные инициативы, проявляет гражданскую позицию и участвует в общественно полезной деятельности. Поздравляю с праздником весны местной деятельности города Ижевска, партии «Единая Россия». Ура! Колонну возглавляет секретарь местного отделения Наталья Сазонова. На территории Первомайского района активно реализуют социально значимые партийные проекты. Созданы 4 общественных совета жителей, совместно решающих такие актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Слава трудящимся России! Наша сила в единстве!
Ура! Колонна работников здравоохранения Удмуртии! Ура! На страже здоровья жителей республики трудится около 7 тысяч врачей и более 16 тысяч средних медицинских работников. 20 человек имеют почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Более 1000 человек – «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской республики». В практическом здравоохранении трудится 5 докторов и 180 кандидатов медицинских наук. В колонии идут руководители учреждений, председатели профсоюзных комитетов, представители всех категорий работников отрасли, ветеранов. Возглавляет колонну медицинских работников, исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртской республики Андрей Воздвиженский и председатель отраслевого профсоюза Попова. Доступное и качественное здравоохранение всем жителям республики! Ура! Профсоюз медицинских работников объединяет в своих рядах более 21 тысячи работников отрасли. Реформы здравоохранения под контроль профсоюза. Достойная заработная плата медицинских работников — это оценка их труда. Ура! Приветствуем сотрудников и студентов Ижевской государственной медицинской академии во главе с ректором Николаем Стрелковым. Медакадемии, ура! В академии обучается около 3000 студентов, в том числе 50 иностранных студентов из 18 стран. Ежегодно Академия выпускает более 400 врачей. Подготовка будущих врачей осуществляется на 34 клинических базах. На факультете повышения квалификации проходит обучение и переподготовку свыше 2000 врачей из 20 регионов страны. Дружными рядами идут преподаватели и студенты медицинского колледжа. Узницы кадров среднего медицинского персонала. Ура! Приветствуем работников Первой республиканской клинической больницы. Главный врач Надежда Михайловна. Коллектив больницы — это 1800 работающих, из них 400 врачей. И 700 человек – это средний медицинский персонал. Медикам Удмуртии ура! Приветствуем коллектив Республиканского клинико-диагностического центра! Ура! Главный врач Сергей Рящиков. Это самое крупное медицинское учреждение республики по лечению и профилактике пациентов с сердечно-сосудистой патологией. В центре ежегодно проводится 3500 операций на сердце и сосудах. Из них 2000 операций из разряда высокотехнологичных. Амбулаторно-поликлиническая служба РФЦ рассчитана на 380 тысяч посещений пациентов в год. В 2016 году смертность населения Удмуртской республики от болезней системы кровообращения снизилась на 10% и достигла минимального значения за последние 24 года. За 2 года учреждение являлось победителем республиканской спартакиады медицинских работников. В 2017 году РКДЦ занял первое место в республиканском конкурсе «Поликлиника начинается с регистратуры». С праздником 1 мая! Ура!
страже здоровья жителей города Ижевска трудятся медицинские работники 32 городских учреждений здравоохранения. Медики активно занимаются профилактикой и лечением заболеваний, оказывают круглосуточную медицинскую помощь ижевчанам. С праздником, уважаемые работники отрасли! Ура! Каждому медицинскому работнику реальную среднюю зарплату! Ура! Центром оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи детям в республике является Республиканская детская клиническая больница. Главный врач Алексей Бородулин. Для оказания помощи детям отдаленных районов республики используется передвижной медицинский комплекс. РДКБ включена в национальный реестр ведущих учреждений здравоохранения России. За позитивный вклад в социально-экономическое развитие региона уровень профсоюзного членства и организации за 2 года увеличилось в 2 раза. Работникам здравоохранения достойные условия труда, доступные здравоохранения. Всем жителям Удмуртии! Ура! Каждому медицинскому работнику реальную среднюю заработную плату. Медикам Удмуртии! Ура! Днем солидарности трудящихся! Ура, товарищи! Медицинским работникам здравоохранения Удмуртской республики здоровья и достойную заработную плату! Ура! Приветствуем коллектив санатория «Металлург». Ура, товарищи! Государственной инспекции труда в Удмуртской республике. Ура! С праздником весны и труда! Колонну возглавляет руководитель инспекции труда Светлана Шикунова, отличник здравоохранения Российской Федерации. Основная задача Государственной инспекции труда – надзор за соблюдением работодателями республики трудовых прав работающих граждан. Праздничное шествие продолжают работники культуры и туризма Удмуртской республики. С праздником, коллеги! Колонну возглавляет исполняющий обязанности министра культуры и туризма Удмуртской республики Владимир Соловьев. Впереди колонны студенты и преподаватели Удмуртского республиканского колледжа культуры. Ура!
интересные традиции, обеспечивают интересный досуг и создают условия для реализации творческих способностей населения. Особую заботу проявляют обдаренных детям. В области культуры трудится более 8000 человек. 1500 из них в городе Ижевске. Ижевским работникам культуры ура! Работников библиотек, сотрудников музеев, работников культурно-досуговых учреждений и центра 13, сотрудников цирка и зоопарка, работников культурно-профессиональных образовательных учреждений культуры, сотрудников культуры, ура! Приветствуем агентство печати и массовой коммуникации Удмуртской Республики. Ура! Колонну возглавляет руководитель ведомства Алексей Воронцов. Агентство объединяет электронные и печатные средства массовой информации, книгоиздания и полиграфию. Сегодня в республике работают более 250 средств массовой информации. Из них 153 печатных издания, газет и журналов, 22 телеканала и 80 радиоканалов. Приветствую представителей телерадиокомпании «Моя Удмуртия» под руководством Марины Городиловой. Ура! Коллектив телерадиокомпании достоин занесения на доску подсчета Удмуртской Республики. Круглосуточный телеканал «Удмуртия» стал победителем федерального конкурса и получил почетный статус общедоступного регионального телеканала. Известие Удмуртской Республики! Ура! Приветствуем газету «Удмуртия». Ура! Газете «Удмуртской правды». Ура! Работников средств массовой информации. Ура! Приветствуем колонну сотрудников Министерства национальной политики Удмуртской Республики. Дома дружбы народа. Национально-культурных объединений Удмуртии. Да здравствует дружба народов многонациональной Удмуртии! Ура! С праздником! С Первомаем! Ура! Приветствуем Министерство по физической культуре и спорту! Удмуртия и городу во всех муниципальных образованиях Удмуртии создали центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГПО для выполнения информации. Удмуртия кузница кадров спортивной области и страны. Более 46 тысяч детей занимаются спортивной школой республики. Во главе колонны исполняющий обязанности министра Игорь Краснов. В колонии представители учреждения отрасли, участники молодежных и детских общественных объединений республики, спортивные федерации. Ура! Молодежь Удмуртии готовится к 19-му всемирному фестивалю молодежи студентов в городе Удмуртия. 125 участников и 50 волонтеров примут участие в этом масштабном мероприятии. Приветствуем студенческие отряды Удмуртии. Ура! С праздником 1 мая! За достойную работу, достойную оплату! Студенческие отряды Удмуртской Республики удостоены знамени лучшего регионального отделения российских студенческих отрядов. Представители студенческих отрядов работают на студенческих стройках всей страны. Приветствуем участников студенческих отрядов Удмуртии. Ура! Ура!
Федерации и представители молодежного движения. Молодежь, будущее в твоих руках. Республиканской организации профсоюзов. Приветствуем сотрудников учреждений правоохранительных органов МВД по Удмуртской Республике. Ура! Председатель профсоюзной организации Сергей Кожевников. Приветствуем работников социальной сферы города Ижевска. Поздравляем с 1 мая! На площади трудовой коллектив управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Удмуртской Республики возглавляет колонну руководитель Михаил Коняхин. Ведомство оказывает гражданам, бизнесу, органам власти и местного самоуправления весь комплекс государственных услуг по регистрации прав на недвижимость, предоставление сведений из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделки. И государственному земельному надзору. Приветствуем сотрудников архивной службы Удмуртии, хранителей документального наследия нашей республики. Ура! Колонну возглавляет председатель комитета по делам архивов при правительстве Удмуртской республики Наталья Тойкина и председатель профсоюзной организации Марина Кондратьева. Первомайский привет! Коллективу комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртской Республики под руководством председателя Людмилы Поповой. Ура! Приветствуем работников Министерства финансов Удмуртской Республики. Ура! Колонну возглавляет руководитель Станислав Евдокимов. Министерство финансов является проводником финансовой и бюджетной политики в Удмуртской Республике. Продолжает праздничное шествие коллектив Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики. Возглавляет колонну руководитель Надежда Губская. Достойные и безопасные условия труда гражданам великой страны. Ура! Министерству экономики Удмуртской Республики. Ура! Первомайский привет работникам Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики. Ура! Колонну возглавляет руководитель Ольга Карепанова. Семья – основа государства. Первомайский привет Министерству социальной, семейной и демографической политики. Ура! Приветствую представителей Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики под руководством Александра Нестерова. Ура!
На коллектив министерства возложен широкий круг задач по сохранению растительного и животного мира, по охране водных объектов, почвы и атмосферного воздуха от загрязнений, что особенно актуально в год экологии. Ура, товарищи! Поздравляем сотрудников управления по обеспечению деятельности мировых судей при правительстве Удмуртской Республики под руководством начальника управления Айваза Марканшина. Приветствуем коллектив федерального казенного учреждения медико-социальной экспертизы Удмуртской Республики Минтруда России. Во главе колонны руководитель, главный эксперт по медико-социальной экспертизе Екатерина Мухаммед-Галеева. На центральной площади трудовой коллектив управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике. Ура! Возглавляет колонну заместитель начальника Индустартиев и председатель профсоюзной организации Александр Дулисов. Долгие годы уголовная исполнительная система России занимает достойное место в ряду правоохранительных структур, бросая исполнительную защиту и связи Удмуртской Республики. Ура! Во главе колонны руководителя агентства Михаил Фоминов и председатель управления и коммерческого партнерства Альянса региональных компаний Удмуртской Республики Олег Бюликжанин. Первомайские демонстрации принимают участники и сотрудники ресурсно-информационного центра и представители компаний-лидеров отрасли информационных технологий. ЭПАМ, СИСТЕМ, Центр высоких технологий, РОСА, СИТЭ, ПИКОМ, ПИК, МАСКЕ. Ура! Ура, товарищи! Праздником весны и труда! Да здравствует 1 мая! На центральной площади трудовики, учащиеся образовательных учреждений Удмуртской Республики. Колонну первомайской акции возглавляет исполняющий обязанности министра образования и науки Алексей Шептали и председатель Республиканской организации профсоюза Владимир Векшин. Образовательное пространство республики включает в себя более 1500 образовательных учреждений, свыше 340 000 воспитанников, учащихся и студентов, около 33 500 педагогических кадров. Качественное образование – будущее экономики страны. Образование в Удмуртии. Вместо педагогов школ, воспитателей дошкольных учреждений, преподавателей среднего, среднего и высшего профессионального образования, всех работников системы образования республики, обеспечивающих его достойный уровень. Ура! Поздравляем с первомайским коллектив Удмуртского социально-педагогического колледжа. Ура! Система среднего профессионального образования, достойная школа рабочих и технических кадров. Поздравляем всех преподавателей, студентов, сотрудников техникумов, колледжей и лицеев с праздником 1 мая! Отраслевой профсоюз выступает с требованиями ежегодной индексации заработной платы всех работников образования. Первомайский привет студентам и преподавателям Ижевского промышленно-экономического колледжа, Ижевского индустриального радиомеханического, машиностроительного техникума, техникума радиоэлектроники и информационных технологий, достойной кузницы кадров удмуртской промышленности. Ура! Здравоохранение, образование и культура – забота государства. За достойную работу, достойную оплату. С праздником 1 мая! Ура! Система среднего профессионального образования республики – достойная школа рабочих и технических кадров.
Поздравляем всех преподавателей, студентов, сотрудников техникумов, колледжей и лицеев с праздником 1 мая! Да здравствуй, человек труда! Наша сила в единстве и солидарности! Профсоюзы за справедливость, за достойную работу, зарплату, жизнь, социальные гарантии трудящимся, а не финансистам. Есть инфляция, должна быть индексация. Трудовой народ за достойный род. Да здравствует 1 мая! Ура, товарищи! Ура! Поздравляем колледжи Удмуртской Республики! Даешь достойное образование! Ижевский политехнический колледж! Центральную площадь выходят студенты и преподаватели Ижевского монтажного техникума. Ура! Ижевскому машиностроительному техникуму. Ура! Агростроительному техникуму. Ура! Ижевскому автотранспортному техникуму. Ура! На центральной площади студенты и преподаватели Удмуртского государственного университета. Ура! Новому поколению новое образование. Да, инновационному пути развитию образования. Образование Удмуртии вперед! Студенчество Удмуртии! Ура! Молодежь Удмуртии, будущее в твоих руках! С праздником 1 мая! Ура! Приветствую студентов и преподавателей Ижевского государственного технического университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова, курсницы технических кадров оборонного комплекса страны. Ура! Первомайскую колонну ИЖГТУ возглавляют ректор Валерий Грахов и председатель профсоюзной организации Ольга Малинина. Технический университет – преемник инженерных традиций Ижевск. В феврале этого года он отметил 65-летие со дня своего образования и одним из первых начал подготовку к столетию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Сегодня ИЖГТУ – крупный инновационный научно-образовательный комплекс и инновационно-технологический центр Удмуртии, федеральный центр подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. В стенах ИЖГТУ учатся студенты 18 регионов и благотворительных стран государства. Лучшие представители молодежи России и мира. Приветствую представителей транспортной компании. Ура! И знаю, жизнь моя не
Приветствуем представителей транспортной компании. Ура! Ура! Общественные организации города и республики прославляют единство и солидарность в достижении общественного мира и согласия за развитие общественного движения в России. Общественные инициативы, полезные дела для ижевчан и жителей Удмуртии. Наши инициативы во благо общества, улучшение жизни в Ижевске и Удмуртии. За защиту прав и законных интересов граждан и организаций. Когда мы вместе, мы можем все! С праздником! Поздравляем с Первомаем сотрудников Сбербанка! Ура! Да, росту зарплат, пенсии и пособий. Есть инфляция, должна быть индексация. Трудовой народ за достойный род. Да здравствует 1 мая! С праздником весны и труда! Ура! Поздравляем с праздником весны и труда представителей общественной организации «Опора России». Ура! Ура! За 10 лет работы специалисты компании внедрили справочные правовые системы в повседневную деловую практику предприятий и организации Удмуртской Республики. Пользователи системы – специалисты, работа которых связана с применением законодательства.
юристы, бухгалтеры, аудиторы, финансовые работники. Компания «Ваш консультант» обеспечивает поставку и сервисное обслуживание правовой системы. Молодежному парламенту ура! Приветствуем также представителей Ижевского городского фонда поддержки предпринимательства. Ура! Праздничное шествие продолжает коллектив местного отделения индустриального района города Ижевска партии «Единая Россия». Ура! Которого возглавляет секретарь местного отделения Любовь Зайцева. На протяжении нескольких избирательных кампаний местное отделение партии занимает лидирующие позиции в городе Ижевске. Да здравствует «Единая Россия»! Ура! Приветствуем энергичную и талантливую молодежь Удмуртского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России»! Ура! Сегодня «Молодая гвардия» стала самой успешной площадкой для самореализации активной молодежи. Молодежь – мощный ресурс для развития любого государства, движущая сила современного общества. Завершают первомайские шествия организаторы демонстрации, представители Федерации профсоюзов Удмуртской Республики. Ура! Для закрытия первомайской демонстрации слово предоставляется председателю Федерации профсоюзов Удмуртской Республики Сергею Викторовичу Шерстобиту. Уважаемые товарищи, сегодня мы показали профсоюзное единство и солидарность, поддержанное трудящимися общественными организациями и гражданами. Благодарю всех вас за активную гражданскую позицию. Наша сила в единстве. Еще раз поздравляю вас с праздником, дорогие товарищи! Здоровья, счастья вам и вам, чужим близким! Объявляю первомайскую демонстрацию, организованную Федерацией профсоюзов, закрытой!